Всем привет! Всем, можно сказать, доброго вечера. У нас на часах уже 9:30, и пора готовиться ко сну. Чтобы ребенок хорошо спал... Ой! Не туда мама шапку сняла! Не туда! Ой! Чтобы ребенок хорошо и крепко спал... Машенька, давай я тебе хвостики уберу, а потом ты обратно оденешь. Можно сделать массаж, чтобы успокоить ребенка, чтобы побыть с ним вдвоем, и чтобы он почувствовал ваше тепло, ваше прикосновение ваших рук материнских. Ну и, конечно же, насладился вашим обществом. Да, Маша? Я, конечно, говорю про простой массаж, совершенно не профессиональный, а просто обычный массаж с разными стежками, потешками. Мы включаем вот такой вот магнитофон. Да, Маша? Включаем. Настраиваем спокойную музыку. Вот так вот. Да, да, Маша? Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал. Ложись немножечко. То так неудобно. Ехал поезд запоздалый. Вдруг из последнего окошка посыпался горошек. Пришли кто? Куры. Куры. Поклевали, поклевали. Ты ложись, ложись. Гуси пощипали, пощипали. Ты не валяшка, что ли? Да. Пощипали. Так ты ложись. Нет. Пришел слон. Прошел слон. Потоптался, потоптался. Пришла слониха. Потопталась. Пришел маленький слоненок. Потоптался. Вот так, вот так. А потом пришел дворник и все подмел. Нравится массаж? Yeah. Нравится. Ой, как нравится. Так. Что там у нас еще? Поставил, построил дом большой. Поставил там стол. Ту печатную машинку и начал печатать. Ложись, я тебе буду печатать. Я купил жене и дочке. Дзиньточки, дзиньточки. Заграничные чулочки. Дзиньточки, дзиньточки. Ложись. А себе и сыну. Дзиньточки, дзиньточки. Красную машину. Точка. Все это запечатал и отправил по почте. Вот так. Всё? О, давай. Хитрый ёжик чудачок. Второй. Сшил забавный пиджачок. Ручку давай. 100 иголок на груди. Еще. 100 булавок позади. Ходит ёж в лесу. Подожди, подожди, подожди. Ходит ёж в лесу по травке. Натыкает на булавки. У меня другой есть мячик. Давай-ка спинку поворачивайся. Вот так вот. Натыкает на булавки. Грушу, сливу, всякий плод. Что под деревом найдет. Бух! Зайка прискакал. Он будет тебе делать массажик. Можно и зайчику тебе массажик сделать? Ой. На полянке, на лужайке целый день скакали зайки. И катались по траве, от хвоста и к голове. Долго зайцы так скакали, но напрыгались, устали. Мимо змеи проползали. Смотри-ка, змея ползет. С добрым утром, им сказали. Зайки поздоровались, домой отправились. К норке прискакали, лапочки устали. Вот так. Лапочки устали. Стала гладить и ласкать всех зайчи, зайча, зайчиха, мать. А смотри-ка еще как сделаем. Смотри, капусту будем рубить. Дай на зайке покажу, на зайке. Мы капусту рубим, рубим. Мы морковку трем, трем.
Мы капусту солим-солим, мы капусту жмем-жмем, сок капустный пьем-пьем. Сделай такой же массажик. Зайка, знаешь, как любит капусту? Сделай ему капусту. Да. Ложись. Давай. Зайка с тобой будет лежать. Мы капусту рубим-рубим. Мы морковку трем-трем. Мы капусту солим-солим. Вот так, солим-солим. Мы капусту жмем-жмем. Сок капустный пьем-пьем. Бать. Скажи всем пока-пока. Пока.